В предыдущем выпуске патрульной службы мы рассказывали о проверке, которую проводят правоохранители в оздоровительном лагере «Салют», расположенном в Кимрском районе области. Накануне в сюжете федерального канала сообщалось, что в лагере, расположенном в деревне Нутрома, условия содержания детей не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья. Сотрудники детского лагеря разместили детей в холодных палатках при почти нулевой ночной температуре. По результатам проведения доследственной проверки следственным отделом по городу Кимра Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи Следственного комитета проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках которого допрашивают руководство лагеря и его сотрудников, изымают необходимую документацию. Сотрудникам следственного отдела будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, которые способствовали совершению данного преступления. Напомним, ситуация в детском лагере «Салют» находится под личным контролем прокурора Тверской области Сергея Лежникова. Расследование уголовного дела продолжается. 7 июня в Твери состоялась торжественная встреча сводного отряда полицейских, прибывших из служебной командировки на Северный Кавказ. В течение 6 месяцев тверские полицейские оказывали содействие местным правоохранителям в поддержании общественного порядка и обеспечении общественной безопасности граждан. Перед зданием ОМВД возвратившихся сотрудников встретил начальник регионального управления МВД, руководители служб и подразделений, а также родственники, друзья и коллеги. В период нахождения в командировке сотрудники проявили высокий профессионализм, компетентность, выдержку и корректность в общении с гражданами, сказал Сергей Камышев. Тверские полицейские достойно выполнили поставленные задачи. Особые слова благодарности начальник областного ОМВД адресовал родным и близким, всем, кто ждал, переживал и поддерживал. Отличившимся сотрудникам генерал-майор полиции Сергей Камышев вручил ведомственные знаки, почетные грамоты и благодарности. Накануне другая группа сотрудников органов внутренних дел Верхневолжья отправилась в служебную командировку в Северо-Кавказский регион.